Тут очень глубоко пластик. А я о чем? Ясно же, что конгломерат хочет все это скрыть от чужих глаз. Я на месте. Масштабно. Отлично. Фэй, я разобрала ключевой мой ответ. Это зеркала для отражения. Оно как новые сердца имеют тех, кому сделали инъекцию. Чем больше я слышу про отражение, тем меньше оно мне нравится. И мне. Я спроектировала наводчик помех. Сигнал отражения у меня работать не будет. Вот так просто? Конечно. Пришлось только рассчитать частотный генератор. Пластик? Ребекка переходит из обыль в убежище над землей. Внизу твоя сестра дышать не может. Что-то у нее с легкими. Я иду с ней, но не страшно. Икар? Икар, ты тут? Пластик? Значит, я одна. Коннорс, да чтоб меня! Я тебя уже видела. Меня зовут Алин Майера. Я возглавляла проект отражения. Но я задавала слишком много вопросов, и когда ты украла чертеж, Крюгер свалил все на меня. Не понимаю. Отражение — просто новый способ подключаться к сети. Чего в нем такого? После инъекции конгломерат будет не просто отслеживать все, что ты делаешь, но и влиять на твои эмоции. Это фактически конец свободы мысли.
Крюгер на это потратил почти 20 лет. Начал еще, когда получил нейроалгоритм от твоей матери. Фейд, ты должна меня отсюда выпустить. Здесь рядом аварийный замок. Погоди, что там было про маму? Эрику? Мы с ней раньше были коллегами. Именно ее работа легла в основу отражения. А почему ты здесь? Ищу бегущего. Его зовут Ной. А его увели час назад? На допрос, наверное. Слушай, мы тут обдумываем план побега. Ты не сможешь нам помочь? Конечно. Аварийный замок, да? Где... Мало времени. Ищи терминал аварийного замка. Выберусь отсюда. Помогу тебе. Понимаю твою реакцию, Крюгер. Серьезно. Фейд. Фейд, она особенная. За это я ее и люблю. Говори, где чертеж. Ты, Крюгер, шел бы ты в жопу. Он не реагирует на раздражители. Да, на базовом уровне он знает, что эмоции ложны. Будь он постоянным сотрудником. Значит, он нам бесполезен. Активируйте протокол уничтожения. Разрушаем здание. Сэр, живо! Не вздумай.
Я здесь! Я пришла за тобой! Он мертв. Крюгер его убил. И он сделает это с любым, кому введено отражение. И с нами тоже, если его не остановить. Мы уходим на базу Черного Ноября. Идем с нами. Пошли! Иди! Нет, иди. Ты с нами! Я их задержу! Я возвращаюсь. А, ты цела? Отлично. Как там Ной? Он не выжил. Ого. К тоннелям на Царском идут несколько отрядов Крюгерсек. Просто, чтобы ты знала.
Я знаю. Твари. А это откуда? Мы вели твою сестру наверх, и тут жесть началась. Я облажался, охранник схватил меня, сделал какой-то укол, потом просто отпустил. Твоя новая подруга говорит, что это отражение. Похоже на то. Пойдем. Оно еще не полностью активно. Нам пока ничего не грозит. Ты о чем вообще думала, когда привела сюда этих чертовых маячков? Что помешает Крюгеру устроить облаву? Я же вам говорю, сигнал так глубоко не пройдет. Ну, сестренку отыскал, как только мы наверх вышли. Крюгерсек почти сразу напали. И я людей потеряла. Не ты одна. А ты ведь мне и не собиралась чертежи отдавать. Ничего, с семьями я могу разобраться и по-другому. Запомни мои слова. Высокие башни их не защитят. Фейт, пока отражение не уничтожено, мы здесь взаперти. Я смогу помочь, но мне нужен чертеж. Идите к Пластик. Чертеж у нее, и там безопасно. Икар покажет тебе дорогу. Пойдешь тоннелями. А как же ты? Нам надо идти. Пошли, доктор. Эй, девочка, полегче. Ты меня не узнаешь? Зачем? Пожалуйста. Фейт. Вставай. Я вытащу тебя отсюда. Фейт, пора тебе меня навестить, как думаешь? Надо многое обсудить. И прими соболезнования по поводу Ноя. Он был достойным человеком. Thank you.
Фейт, это Алин. Есть хорошие новости и плохие. Мы придумали, как отключить отражение. Навсегда! Да, но для этого нужен отпечаток самого Крюгера. Это плохие новости. Я его найти не могу. Видимо, он в отдельной сети. А без него у нас связаны руки. Мы сообщим, если что-то изменится. Значит, нам хана. Он победил. Какие люди? Ноги мне переломаешь? Давай, чего уж тянуть? Сперва закончи дело, а потом сломаем ноги, если хочешь. Нечего заканчивать! Ной погиб! Моя мама работала над отражением, сестра работает на Крюгера. Я как белая ворона. И сотрудники принимают отражение с распростертыми объятиями. Рождается новый мир, Фейт. И там не будет места мне и тебе, если не остановить отражение. Отражение нельзя остановить! А я вот слышал, что можно. Я тут беседовал с твоей подругой Пластик, интересная девочка. И она сказала, что для этого нужен отпечаток Крюгера. Его не раздобыть. Не все так плохо. Я знаю, что у Крюгера есть личная квартира на Виде. Там ты сможешь проникнуть прямо в сеть их семьи. Вломиться в личную квартиру Крюгера? Мимо охраны мне не пройти. Как жаль, что я в тебе ошибся. Можешь идти. Стой, что? И это все? Ну а что же еще? Я знал когда-то девушку, которая ради благого дела шла против всех, даже против меня. Но ты явно не она. Ты сломлена. Бери рисунок и иди. И больше не смей здесь показываться. С каких пор тебя волнуют благие дела? Иногда они совпадают с моими планами. Почему ты еще здесь? Потому что ты не прав. Я не сломлена. Докажи. Докажу. Пластик. Фейт нужно провести в квартиру Габриэля Крюгера в Виде. Конечно, Фейт. Я отправила координаты тебе на пульс. Оттуда можно зайти в его личную сеть. Так ты и получишь его отпечаток. Фейт, используй пустое устройство, и когда подключишься, я зайду через твою перчатку. Ты нарушаешь правила. Давайте. В квартиру Крюгера попасть еще труднее, чем в Псов. Там только вертолетная площадка сверху и главный вход снизу. И борт угнать, как в прошлый раз, не получится. Они изменили протокол связи, и теперь пусть бежит. А, хорошо. Не буду мешать. Помни о нашей сделке, Фейт.
Фейт, мы узнали, как пройти за внешний охранный экран. Можно пробраться через музей искусства Малусов. Там тоже будут охранники, но обойти, я думаю, сможешь. Обходить не обязательно. Не понимаю, зачем люди ходят в музей искусства. У них нет логики и... Искусство не должно быть логичным, Пластик. Почему? Тогда в чем смысл? Пробуждать эмоции. Да любые реакции. Как отражение? Нет, там поддельные эмоции, а искусство естественно. А я думаю, оно глупо и бессмысленно. Ничего, это тоже реакция. Сюда, пожалуйста. Сзади служебный доступ в здание.
друзей закрывается. Везде Крюгерсек. Лучше их избегать. Нет. Пора к ним выйти. Я внутри. Отлично. Надо пройти через здание на верхний этаж. Оттуда, если схема не врет, ты сможешь попасть в лобби Крюгера. Я внутри. Отлично. Надо пройти через здание на верхний этаж. Оттуда, если схема не врет, ты сможешь попасть в лобби Крюгера. Устроим будет. Умирай. Кома будет скучать. И запомни, верхний этаж – служебный проход. Thank you.
сопротивляйся! Отрезаю отход!
Обнаружена Фейт Коннор. Дошла до служебного входа. Когда закончишь, надо будет снова спускаться вниз. А оттуда ты должна попасть в лобби. Дошла до служебного входа. Когда закончишь, надо будет снова спускаться вниз. А оттуда ты должна попасть в лобби. Дошла до служебного входа. Когда закончишь, надо будет снова спускаться вниз. А оттуда ты должна попасть в лобби. Дошла до служебного входа. Когда закончишь, надо будет снова спускаться вниз. А оттуда ты должна попасть в лобби. Охранники в квартире Крюгера отреагировали на сигнал в музее. Похоже, они хотят перехватить тебя в лобби. Пусть попробуют. Да, как
Когда пройдешь, должна, по идее, пролезть по шахте лифта в комнату. Это глупо. Должен быть другой путь. Должна, по идее, пролезть по шахте лифта в комнату. Это глупо. Должен быть другой путь. Других вариантов не вижу. Так, похоже, путь свободен. Пока что. Отлично. Надоело мне прятаться. Да и Крюгер все равно еще не знает, зачем я тут. По крайней мере, пока. Пластик думает, что сможет подключиться к системе и загрузить отпечаток без его ведома. Я точно знаю. Он и не узнает, что мы его взяли. Но Фэй должна меня подключить. Круто. Фейт, тебе надо подключиться к личному терминалу Крюгера. Насколько мы поняли схему, в квартире есть рабочий кабинет. Попробуй там. Нашла кабинет. Установи устройство, я скопирую отпечаток. Устройство поставлено. Подключаю. Готово. Теперь уходи. Фейт Коннорс. Где я, там всегда и ты. Как же я не узнал тебя при первой встрече?
Твоя сестра очень похожа. Она меня больше не узнает. Ты промыл ей мозги. Я воспитал ее со всем старанием. Дал превосходное образование и обучил лидерству. Любой отец сделал бы это для дочери. Но она не дочь тебе, Крюгер. Мало было убить наших родителей, ты еще и Кэт забрал, как какой-то трофей. Я спас ей жизнь. Ты бросил ее умирать, помнишь? Ну а родители... Очень жаль, но это жертвы. Время было такое. Я там была. Мама пошла против тебя, и ты ее убил. Твоя мать была блестящим ученым, который не хотел идти в ногу со временем. Нам, конечно, повезло, что после нее остались ее труды, да? Труды, которыми ты теперь всех порабощаешь. Ты мало что понимаешь и ничего не знаешь, Фейт. Твой близорукий эгоистичный взгляд на мир не замечает, что стоит на кону. Это все ты. Ты и тебе подобные, понимаете, только язык разрушений. Оставайся там! Фейт, от взрыва охранная система глючит. Я открыла дверь на террасу. Уходи оттуда, пока вертушек нет. Там есть дроны. Может, на таком можно спуститься? Ты вышла? Надо оттуда спускаться и быстро. Что-то так себе идея. Держи. Наконец-то. Рада слышать. Неси отпечаток сюда. Мы внедрим в него вирус отражения, и можно будет приступать. Может, тогда и Карл лучше уйти? Кто считает, что здесь много народу? Я думаю, Икар будет счастлив отсюда уйти. Нарушение границ. Не нарушай.
Больно. Извини. В редких случаях созревание может вызывать легкий дискомфорт. Ах, как будто позвоночник изнутри чешется. Не так уж это и больно. Нет. Отпечаток у меня. Давай сюда.
Фейт, надо совместить отпечаток Крюгера с протоколом отключения частиц, пока не рухнул осколок. А почему пока не рухнул осколок? Потому что Фейт, надо подняться туда, чтобы вставить вирус. О. Ты как, держишься? Жжется. Можно утверждение? Разгорание не обнаружено. Серьезно? Ух ты! Отпечаток дает доступ реально везде. Что хотите? Список агентов Омнистат, экзотическое оружие Крюгер Дев, проект Айрис. Сперва отражение. Соберись. Кума. Это недолго. Мы свяжемся с тобой, когда вирус будет готов. Фейт, это быстро. Подойди сюда.